Лунная зимняя ночь удивительно реалистична на картинах художниц, и невольно начинаешь ощущать морозный воздух и волшебство таинственного снежного леса. А ведь многие из них делают только первые шаги в живописи. Можно, девчонки, смотрите, можно сразу положить голубые пятна, они подсохнут, а вы потом берете чисто белого, накладываете, повторяете вот эту форму. Помогает разобраться в основах композиции и цветоведения руководитель творческой мастерской Елена Климашина. Признается, что, подбирая тему для каждого занятия, прежде всего учитывает пожелания и настроение своих подопечных. Сама природа диктует. Иногда мы уходим от плана. Почему? Потому что бывают какие-то такие природные явления, которые хочется вот изобразить. Женщина просит, и мы это делаем. Ну что, зима, снег, солнце. Рисуем солнечные, красивые пейзажи. Потом я им предложила нарисовать эти же пейзажи, только в других тонах. Там, например, вот сегодня полнолуние. И вот к полнолунию мы уже сегодня сделаем картину. Художественное направление пользуется большой популярностью среди участников программы «Активное долголетие». На уроках рисования знакомятся с разнообразными техниками живописи, учатся писать пейзажи, натюрморты и сюжетные композиции, используя гуашь и акварель. Пейзаж легче рисовать, потому что человека это только одаренные могут нарисовать. Нравится цветы рисовать, нравится природу рисовать. Под руководством Елены Викторовны все нарисуете. В прошлый раз мы рисовали зимний пейзаж, как бы вот с солнышком, да? Вот, дневной пейзаж со снегом, домик. Вот. А потом нам Елена Викторовна сказала, давайте теперь будем учиться рисовать ночь. То есть тот же самый вид мы рисуем, уже у нас не солнышко, а луна. Рисуем мы все с удовольствием. Елена Викторовна нас учит многому. Сейчас у нас в основном акварель. Добавляем немножко гуаши для вида снега. Картин у нас много. Мы их, как горячие пирожки, у нас по сезонам картины мы рисуем и на различные темы. Все работы начинающих художниц доступны для широкой публики. Полюбоваться картинами можно в фойе Дворца культуры и на выставках в историко-культурном центре. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.